И из надежного источника знали, что мы сейчас способны победить большого дракона, который находится на небе, но нам нужны кое-какие приготовления небольшие. Попробуем сейчас с помощью нашего Ди зафигачить этого самого дракона и хлеба, конечно, да? Дракона и хлеба. Если что, у меня оружие с собой будет, и оно будет у меня, наверное, все-таки ангельский меч. Наверное, я думаю. И это будет самым подходящим оружием, если вдруг мне придется самому бить его. Ну а так, конечно же, я надеюсь, что мой Ди справится. Я думаю, вряд ли Вась будет ему помощником, потому что враг очень коварен и способен летать. А мой Вась летать, увы, не умеет. Пока готовится мой хлебушек. Его тут достаточно много уже готовится. Да, штук 100 возьмем с собой, да? Я думаю, будет примерно достаточно. Я хочу немножко со своими навыками поработать, да? Так, подожди, навыки. Да, именно здесь. Можно при помощи вот этих самых бриллиантов попрокачивать и потратить буквально все свои возможности. Давайте посмотрим, что мы можем, на что можем прокачаться. Я вот даже пока, так, не знаю, с чем определиться. Дальность подбора, скорость полета точно не надо, скорости. Скорость копания тоже пока не особо. А вот, может быть, маны все-таки добавить. Давайте добавим хотя бы до 300, догоним маны, да. Может быть, и дыхание под водой тоже улучшим, гораздо более эффективно. Просто хочу все потратить сегодня свои бриллианты. О, плюс 60 дыхание под водой, 100. Класс, вообще просто офигенно. И, конечно же, здоровье тоже надо еще добавлять. Чем больше здоровья, тем лучше. Так. И все остальные таланты, как бы, ну, я вот даже не знаю, что бы еще можно было с боссом. Видите, как сложно. А вот электрит мы хотим добыть именно с дракона, которого сегодня, если получится, победим. Из достижений у нас ничего нету. В общем-то... Так, а что у нас насчет битвы? У нас же там должны быть пауки. Блин, еще 6 пауков надо убить, чтобы наконец уже отравленные стрелы у нас появились. Как же долго я их... Ну, если бы я сразу понимал, что нужно было убивать пауков, я все их спавны уничтожал, и поэтому, в общем-то, довольно сложно с этим делом оказалось. Так, ну, достаточно быстро. Хлебушек готовится. Можно еще немножко пособирать. Хлеб достаточно быстро, очень-очень даже быстро. Дыхание под водой, смотрите, сколько, ух, сколько маны, сколько здоровья, здоровья бы еще побольше. Так, а сколько у нас вообще еще 120 бриллиантов? Ну давай. Все, кончились диаманты. До 500 довести здоровье, это будет вообще просто классно. Так, маны у меня, слава богу, целая куча. А, кстати, что у нас там происходит с броней? Я пытаюсь восстановить еще броню. Мне сейчас это все понадобится очень скоро. Ну а сейчас пойдем, я добуду еще немножко хлебца. Чем больше хлеба много не бывает. Случилась неприятность небольшая. Я тут спокойно себе пшеницу добываю, и внезапно появился маки. Но лайфхак для тех, кто не знает. Я думаю, что большинство, конечно, это все знает. Если вы хотите избавиться от мати очень быстро или от каких-то врагов, которые находятся очень рядом и могут вас убить, просто выйдите из игры и зайдите снова, и все враги исчезнут. Вот такой вот небольшой секретик. Такой чит, так сказать, небольшой в игре, но это спасет вам жизнь. Такое дело.
может случиться. Но я, на самом деле, я убежал от мафии, и если бы я хотел продолжить добывать пшеницу, мне пришлось бы долго ждать, пока он исчезнет вообще. А я поэтому из игры вышел быстро и вернулся, чтобы продолжить сбор пшеницы. И все получилось просто замечательно. Так, покушаем по-быстрому. И отправляемся на небеса, где немножко поспим, естественно, до утра или уже утро. Тут вообще, нет, похоже, уже утро наступило. И сейчас поищем дракона, против которого у нас будет война. Так, давайте сначала тогда покормим нашего прекрасного дракошу. Я думаю, он не против будет покушать вполне, да? Ну чё, дракоша, иди. Пойдем искать нашего злейшего врага. Где-то поблизости надо, естественно. Чем меньше... Вон он. Уровень, тем лучше. Давай попробуем агрессивно на него напасть. Поможешь мне? Риск — благородное дело. Ух ты, какой у него большой уровень. Ну давай, гаси его. Шайбу, шайбу, шайбу. Фига он его гасит. Смотрите, он в легкую его. Ха-ха-ха, он сбежал. Нет, не сбежал, он где-то рядом. Мне самое главное не упасть самому-то. Черт, он бьет моего дракошу. Эй, иди сюда, покушай. Иди, я дам тебе поесть. Ай, уронил. Черт, уронил. Уронил. Иди сюда тогда. Здесь будет лучше покушать, я тебе дам. Иди. Эй. И тот улетел. Черт. Какая гадость. Как же неудобно оказался первый бой. Тот улетел. И не обещал вернуться даже. Нет. Возвращается. И далеко летает он. Пошли догоним его. Врешь, говорит, не уйдешь. Так, ну-ка, возьми хлебушка, да? Съешь? Вот, хорошо, молодец. У тебя, правда, как-то не очень быстро добавляется здоровье. Очень много хлеба ему надо, чтобы отъесться. Так, где у нас наш злейший враг? Он улетел, да? Черт. Неудачно. Как бы сделать так, чтобы он далеко не улетал? Да пофиг тебе на этого визитера. Ёлки-палки, он же сейчас загасит. Неудачно. На, возьми хлеба. Ой, как же мало у него жизни. Черт, неудачно я получилось как-то. Хм. Я, конечно, могу колбами его подлечить, но мне кажется, как-то колбами будет не очень, да? На, поешь. Срочно поешь. Пошли-ка мы отсюда. Нам нужно искать дракона, потому что дракона что-то тут как-то я не вижу особо. Неудачно я тут стечение обстоятельств. Все дела. Дракон куда-то улетел. Как с ним бороться, вообще не знаю. Надо где-то возле дома искать. А, его надо на себя наагрить, я думаю, самое главное. Дракона и возле дома своего тусоваться. Наверное, это лучший вариант был бы. Но чтобы сагрить дракона, сейчас вон он летает. О, летает. Дождь. Начался дождь. Неприятные вещи происходят. Сагрить, чтобы этого дракона. Вон он летает.
Очень сложно будет сделать это, да? Величественно так летит. Без страха и упрека. Возвращайся сюда, падла трусливая. Довольно сложно. Ладно, мы его сейчас завалим. Надеюсь. Лишь бы самому не завалиться куда-нибудь вниз. Это будет самое ужасное. Так. Нет, он улетает все дальше и дальше, к сожалению. Когда надо, и он тут рядом. Когда не надо. А можно вон с того дома. Кстати, вон на том. Вот в том здании. Прятаться от него вполне. Он улетел очень далеко. Очень далеко улетел. Висячие фонтаны. Это что такое? Что он там такое кидал? Вот этот змей. Блин, он улетает далеко. Что он такое кинул, я не понял. Я хотел где-нибудь здесь сражаться им. Ух, хорошее место. Ух, какая красота. Здесь и дракон меня не славит. И я от него уйду. Так, я, конечно, могу сейчас на своем драконе полетать. Я думаю, это неплохая идея. Эй, ты куда? Пошел ловить дичь. Иди сюда. Иди сюда, сказал тебе. Блин, какой непослушный, а. Они все непослушные, ребята, эти. Ну куда? Куда пошел? Ёлки-палки. Какие же вы, ребята, непослушные, а? Вечно. Вечно непослушные. Так, давай его немножко сюда отведем. Давай. Пошли. Так. Полетели. Полетели, сказал. О! Вон он, далеко-далеко этот дракон. Черт, он на такой. О, улетел, ладно. Ух, сложно будет, наверное, сейчас найти подходящего дракона. Где-то возле дома. Ну, полетаем, поищем. Может быть. Возле дома надо сагрить его на себя. Вот что самое главное, я думаю. На себя и свой дом. Когда не надо, их тут полно летает. Когда надо, они куда-то улетают за 30 земель. Как-то сагрить его надо. Может быть, получится сагрить его. Просто он полетит за мной. И в конце концов я смогу... Черт, о! Подожди. А, я думал, это мой дом. Думаю, как, под моим домом вроде бы не было сокровищницы. Ошибся. Это не мой дом. Где-то рядом. Все равно, но тем не менее... Жди и радуйся, так сказать. Где искать дракона? В каком таком стороне? Я смогу найти дракона. Тут только вот летучие мыши летают. Возле моего дома. Вон он. Давай попробуем согреть его. Лишь бы он меня не убил, да? Это было бы самым жутким делом, если бы он сейчас меня убил. Эй! Агрись на меня! Эй! Злодей 45 уровня! Он меня догоняет! Нет, 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 нет. Он медленный. Он не такой быстрый, как я думал. Согрей его на себя! Ну! Эй! Ты куда пошел? Какой ты медленный, какой ты...
Да, он меня за один удар, наверное, может свалить. Зафигачить. Ну ты что, не видишь меня, что ли, совсем? Ну, вот он я. Вот он я. Вот он я. Задом я его быстрее лечу. Я лечу быстрее его. Та-да-тай, задний ход, задний ход, задний ход. Где у меня, кстати, мой дом? Вот он. О, я уже дома, я уже дома. Опа, уходим. Спешится. Черт, он ушел. Нет! Эта смерть была ужасна. Это была катастрофическая смерть, но я ничего такого не потерял в основном. Хотя нет, я потерял очень много, но блин, такая смерть глупая. Вот так вот погонишься за каким-нибудь драконом, и тебя этот дракон потом... Ну нет, я потерял сколько-то хлеба. Какое-то количество. Я боюсь вот упасть куда-нибудь опять. Долгая дорога. Где же сейчас еще драконов искать? Так. Возле дома прямо тут упал. Давай-ка мы с тобой полетаем. А? Поищем этого дракона. Надо же было так упасть. Вон он улетает. Он все еще здесь. Эй, агрись на меня, парень. Агрись, агрись, агрись на меня. Агрись, 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 агрись. Я здесь. Агрись, 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 агрись. Я здесь. Давай, 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 давай. Эй! Ты куда пошел? Я вообще ничего не понимаю. Давай, лови его. И лети ко мне сразу, ладно? Дверь откроем. Дверь открыта. Где они? Ужас, где они сражаются? Он же не убил моего Ди? Нет. Ешь! Где дракон? Куда делся дракон? Он же где-то был здесь. Че, неужели улетел опять? Вот же, вон он! Ёлки-палки, нифига он куда ушел. Опять придется агрить его, да? Как с ним сражаться, я вообще не знаю. Если так все сложно. У него остановилась жизнь. Я вообще офигеваю. И вы говорите, что его можно легко убить? Это вообще невозможно. Нет, у него еще не восстановилась жизнь. У него восстанавливается потихоньку. Что я делаю? Ай! Спасение! Мое спасение! Ты мое спасение, иди! Хлеб улетит. Спасать хлеб. Вот он уходит. Да куда он улетает, елки-палки? Я вообще не понимаю. Почему он сбежал? Хрен разберется.
Что за такое гадство? Где он? Почему он сбегает от меня, а? Вообще ничего не понимаю. Он такой умный, что ли? Эй, ты такой умный, что ли? Эй, Ашгор! Иди сюда. Так. Блин, у меня кончается уже этот... как он называется? Седло одно мое. Ай! Вали его, вали! Я знаю, у тебя все получится. Так, а где у меня еще одно седло? Вот. Черт. Он же убьет тебя. Уходи от него. Уходи от него. Черт, он убил его! Ну вот. Это было жутко. Почему-то не получилось. Увы и ах. Фу, вторая попытка будет. Убить дракона в режиме выживания, это вам не с бухты-барахты. Что-то как-то сложновато оказалось, а? Может, я ошибаюсь? Ну, давай искать его. Где ты? Вон он. Так, он должен быть небольшого уровня, я не знаю, получится у меня, нет его. Так. Ты где, родной? Он не становится меньше. Смотри, у него большой уровень, да? 45-й так и есть, да? Ого! Это 46-й, не 45-й. Догоняй его! Ну ты чё? Громи эту тварь! Вперед! Смотри, у него жизни-то нету нифига. Подожди, стой. Так, хлебушка ему надо, да, накидать. Срочно. Иди забирай, родной. Давай, давай, давай. О, он его убил! Нет? А, нет, он за мной. Фу, блин. Я перепугался. Уходи оттуда, блин, он тебя убьет. Черт. Он же тебя убьет, нафиг. Забирай. Еще возьми хлебушка. Что-то я так много ему хлеба даю. Я боюсь, что, по-моему, нифига. По-моему, меня не прокатит. Это все. Давай, давай. Почему он за мной не летит, эй? Не агрится на меня. Так, а если я Васю еще попробую? Он улетает, почему? Почему он улетает от меня, а? Ничего не понимаю. Так, побольше, побольше хлеба, побольше накидаем хлеба! Эй, а где сон? Уронил. Уронил хлеба. Кто хочет есть, забирай. Смотри, он его гасит. Приближай. Вась, громи его. Так, еще хлеба нам кидать. Электрическая тварь. О! Они его загасили почти, ну! Давай, давай, бей его, бей! Ребята, блин, как не повезло им. Ах, какая гадость. Эх, Васю завалили. Черт, а могу справиться? Ну-ка, секунду. Жди, мне надо меч сюда поставить. Ангельский. И попробовать его. Гаси его! Он уходит, тварь! Ай. Может помочь ему? Я думаю, пофиг, поможем ему этим. Есть, они его загасили! Молодцы, ребята!
электрита, что я вообще не собрал. Я потратил лишние бриллианты на Васю, но, по крайней мере, зато победили. Так, а что? Электрита я так и не нашел. Ни одного электрита, нафиг. Черт. Так, летим домой. Ночью. Это не очень. Так, давай-ка я все-таки оседлаю своего дракошу и полечу домой на нем. Ага, у него жизни мало. Надо сейчас его покормить. Так, насчет выполнения заданий. Мы что-то сделали, да? Электрик я не могу собрать никак. Нет, я ничего не достиг. Нужно еще одного дракона искать. Но это уже я сделаю, наверное, между сериями. Потому что... Черт. Как так? Уходи. Между сериями это попробую сделать. Во, сейчас можно забрать. И полететь с тобой. А, да, родная? Так, пошли искать дом. Ну, в общем-то, убить довольно сложно, но можно, если честно. Этого дракона. Но, к сожалению, с него электрица я так и не поймал. Ни одного. Ни одного электрита. И нужно как-то будет все-таки. Это просто попытка была первая убить дракона, но. А может упала? А, кстати, может быть у моих питомцев кто-то из них собрал электрит, а? Не факт, но все-таки может быть. Давай-ка все-таки попробуем. Так. Блин, я не то делаю. Секунду. Так, ну-ка, дракоша, покажи мне. О, да, он собрал один электрит. Отлично. Нужно еще 4 драконов убить. Нифига себе. Да, вкусные вещи собираю. У тебя, Вась? У тебя, Вась, ничего нету. Ну, нифига себе, их все, если его убивать, мне надо очень много хлеба будет. Ну, нет, как бы не очень много, но тем не менее. Они вдвоем могут его загасить, но опять же, для я все бриллианты потратил, но тем не менее у меня оставались бриллианты, и я Вася вызвал. Вдвоем они могут, а один, если будет дракоша, он может оказаться... Может оказаться, что он не сможет с ним сражаться, увы. Так, а чем мы, кстати, насчет... Победы над драконом. Почему-то нам его не засчитали, что ли? Не вижу. А, во. А убить Ашгора. Получить Ашгор. Награда Ашгор. Это что значит, награда Ашгор? Это значит, у меня рецепт Ашгора есть. Так, рецепт Ашгора. Вот она. Ух ты, 4 электрика надо. Но и еще и дракон, душа дракона нужно получить. В общем-то, по 25... Черт, сейчас, конечно же, хорошо бы выполнить этот квест, собрав электрит при помощи бриллиантов, но у меня пока нету столько бриллиантов. Ну, да. ДНК мутагена. Да, нужно назабирать бриллиантов, тогда я смог бы набрать 4 электрита. Я думаю, что сейчас я этим займусь, попробую сейчас потихонечку пособирать бриллиантики и выполнить квест вот удар молнии, потому что я одного убил, и мне пока этого хватит. Мы с вами наблюдали, как мы его убили. Я попробую еще сразиться с дракошей, с одним, но это будет вне серии, чтобы убедиться, что я действительно способен одержать победу. Я бою. Тут подумал, что, наверное, легче будет сделать зелье здоровья и убить этих ашгоров 5 штук, чем ходить и собирать эти бриллианты. Это так сложно. Ну, если вы увидите где-то местность, зелень, где нету цветов, желтых цветов, то знайте, там живу я. Потому что, наверное, все, и красные цветы я тоже уничтожу, и белые, то есть все зелья будут именно возле дома. Собираю все цветочки, чтобы рано или поздно создать нужные ингредиенты. Да, именно при помощи зелий гораздо лучше. Мне об этом говорили, но я что-то как-то решил хлебом как-то глупо, но тем не менее. Так, алхимик, у тебя есть что-нибудь это?
продаешь ты что-нибудь интересное? У меня 20 бриллиантиков есть. О, вот такое вот кольцо я бы мог купить, да, у него. Ну ладно, мне сюда все равно возвращаться не так скоро. Хорошо. Ладно, давайте делать сейчас воду для того, чтобы, ну, паять и делать вот эти вот зелья порядка 100. Все. Оказывается, Вань гораздо более эффективно справляется с драконом, чем мой Ди. Все получилось просто классно. Так. Кстати, Вась, у тебя есть что-нибудь? Нет, у него ничего нет. Где? У меня Ди погибает, а вот Вась живет и прославляется. Молодец. Ну, что, домашний очаг. Я там насобирал себе достаточное количество того, что надо. Да, всех дракошек я загубил. Порядка 6 убил, одного убил зря, потому что, ну, потому что возрождались у меня мои питомцы, и они, когда убивали его, в итоге получилось, что он... Нифига, 24 уже! Вау! Круто! Опять дождь начался, да? Электрит. Электрит. Ну, наконец, давайте закончим сегодня этим. Пойдем сейчас и отдадим электрит тому, куда надо было, да? Это нужно Хьюго. Хьюго, пойдем к Хьюго и отдадим ему электрит. Так, тот самый электрит, который ему был нужен. Да, я хотел спавн дракона сделать, ну ладно, обойдемся. Так, а куда я могу делать сейчас вот этот посох? В принципе, он мне сейчас с собой не нужен, наверное. Да, могу положить сюда. А электрит пока спрячу сюда. Мало, я могу опять упасть. Я раза 3 или 4 падал, и только с помощью питомцев я смог разобраться с этим делом. Так, пойдем искать Хьюго. Простодушный Хьюго, он у нас на севере, насколько я понимаю. Нужно ему отдать, наверное, будет. Я специально так сложно проходил, что меня так колбасили эти драконы в начале, да, чтобы доказать, что это все так сложно. Так, давай-ка мы еще этих паучков будем убивать. Убивай паука. Ты можешь, нет? Потому что мне надо немножко паучков еще. Сколько там всего осталось? Так, подожди, сейчас посмотрим. Надо убить пауков. Еще, еще пауков надо убить. Где она? Битва, да? Еще 5. И я смогу отравленные стрелы получать. Вот что мне надо. Что самое главное-то? Еще 5 пауков надо найти. Вон он! Я вижу его. Давай, Вась. Справляйся с ним. Засчитали мне его, нет? Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Да-да, засчитали, отлично. Ну, еще 4 паучка. Гаси их всех. С таким маленьким ХП, но, тем не менее, это все равно. Ты справишься с пауками-то, ты всегда мог справиться. Они очень простые, ребята. Тут их не было, и вот они опять появились. Вот неожиданно для меня. Одно задание другому не мешает. Это очень хорошо. Пойдем искать Хьюго. Самая главная наша задача сейчас найти Хьюго. Поэтому длинно так и получилось. Я довольно сложно убивал. Ну, вернее, не сам я, конечно, старался. Я просто учился этому, да. Я хотел просто показать, что действительно это очень сложно сражаться с этим самым драконом и победить его. Но в итоге оказалось не так сложно, если у тебя есть хорошие питомцы. Причем я сначала думал, что 2 питомца это хорошо, а потом оказалось, что более сильный все-таки у меня Вась. Хотя вроде бы у него и уровень был меньше, но он быстрее как-то его колбасит. И когда кидаешь зелье, он гораздо быстрее их собирает, чем мой дракон. И поэтому дракон умирает, а вот... Василиск оказывается более сильным. Так, он где-то там, по-моему, у меня должны быть Хьюго. Вон там, за той стеной. Вот за этой стеной, на самом деле, должны они быть.
Все-таки я летать не умею. Так бы, конечно, легко тут забрался. Ладно, дойдем. Хоть и ночь на дворе. Ну, тут не такие страшные мобы, чтобы можно было от них. Тут прямо вон там, Хьюго. А вот и Хьюго. Хьюго, здорово. Я тебе электрик принес. Что ты скажешь на этот счет? Йети сердито завывает и рисует образ на снегу. Ты его сразу узнаешь, визитеры. Мистер Йети явно хочет, чтобы их уничтожили. Я не к тому же, я же к Хьюго иду. Простодушный Хьюго. Это совсем другой человек, простодушный Хьюго. Это не он. Ну, как бы похож на этого парня, но... Это Йети, а мне нужен Хьюго. Хьюго, он, как бы по идее, это, наверное, все-таки не на снегах, а в более таких... Ну, так сейчас я его найду. Вот и такое бывает. Сначала вы будете дома убираться, потом у вас появится дома трава, потом деревья, потом вообще олени будут разведутся у вас прямо. Так что, наверное, нужно вовремя убираться дома, и тогда все будет гораздо лучше. Просто простодушный Хьюго живет в горах. Где-то глубоко-глубоко под землей. И вот я... Подожди, это детеныш, а где сам Хьюго? Эй, детеныш, где у тебя папка находится? Где твой папка? Вот он, папка его. Так. Твоего папку обижают. Давай-ка мы поговорим с этим самым Хьюго. Надо переложить вот это и покушать хлебушка. Здорово! На сегодня все, но завтра мне понадобится больше электрита. Принеси мне его достаточное количество, и ты будешь вознагражден. Чё? Ты чё, издеваешься? Ну ладно, мы сделали этот квест. Кстати, я сделал еще один квест, очень важный, очень-очень-очень-очень важный. Теперь я могу делать отравленные стрелы. Для этого нам надо... не так там много. Где у меня этот книга рецептов? Нам нужно всего лишь... простая стрела и один паучий яд. И будет отравленная стрела. Офигенно будет она мне помогать. В будущем, ну, на сегодня тогда закончим именно здесь. Рядом вот с этим простодушным Хьюго, который просил у меня чего-то дополнительного, но пока... Кстати, остались только с темным боссом сражаться. Ну, блин, как страшновато мне на него идти. Может быть, что-то еще найдем, какие-нибудь квесты дополнительные. Фиг его знает. А так, в общем-то, давайте сегодня прощаемся. Увидимся в новых сериях. Пока, ребятки, пока.